Всем привет! Извиняюсь за такой бардак, решила просто разобрать по полочкам, что у меня здесь нужно, что не нужно, есть ли средство, у которого закончился срок годности. Вот сейчас все посмотрю и хочу показать, что актуально, чем я пользуюсь. Вот начнем с антицеллюлитный крем Скульптор. Очень хорошо разогревает прям кожу. И если вы еще с вакуумным массажем будете делать, то вообще результат, конечно, классный. Ну, 2-3 раза в неделю хотя бы иногда. Я ленюсь, конечно, да. Это делать. Мицеллярная вода. Напоминаю, что после того, как вы на ватный диск нанесли на кожу, нужно обязательно водичку мицелляры все смывать. Тоже с пребиотиками. Вот очень нравится. Здесь объем такой огромный, 300 миллилитров. Ну, для меня это огромный, хватает надолго. Вот. Вот такой мне очень нравится. Это серия Биомика. Вот именно мицеллярная вода. Дальше вот такой у меня есть специальный контейнер для ватных дисков, это тоже компания Faberlic. Вот дальше средство по уходу за волосами двухфазное, оно пушистость убирает, приглаживает волосы. Ну и плюс еще здесь масла есть, органовое, авокадо, а еще какое-то масло. Вот оно очень хорошо восстанавливает волосы и термозащиту обеспечивает. Вот сейчас буду делать с помощью активного геля педикюр. То есть я каким образом провожу? То есть я их наношу этот гель очень аккуратно здесь с помощью вот носика вот этого на пяточки, надеваю целлофановые пакетики и здесь прямо по инструкции сколько 5-10 минут нужно подождать. Вот. Ну, перед этим, да, распарить обязательно, то есть в ванночке подержать ножки, вот, протереть, потом нанести, и после этого, господи, лопаточкой, в общем, почистить то, что размягчилось, ненужное на коже пяточек. Пяточки, конечно, гладенькие, вообще классное средство такое. Вот, дальше маска Гардерик, вообще классная, кстати, она будет в 26-м каталоге по акции, однако. Вот, или сейчас в этом каталоге очень классно. На основе зеленой глины она очень хорошо осветляет кожу, выравнивает ее, плюс снимает усталость. То есть кожа после нее выспавшаяся, такая отдохнувшая. Мне очень нравится. Единственный здесь минус, всего 2 месяца нужно после того, как вы вскрыли, ее использовать. Я, конечно, не успеваю, потому что у меня масок целая гора различных. Вот, я не успеваю за 2 месяца использовать. Еще у меня есть серия вот такая Окси-Карбокси тоже, трехшаговая, то есть первый шаг, второй, первый мы наносим, ждем там 5 минут, и потом второй, и вот третий, это кислородная маска, тоже, кстати, очень такая крутая сейчас процедура в салонах красоты, а у нас в компании Faberlic она есть, и можно использовать ее в доме, у себя, в квартире. Тоже салонные процедуры, вот такой тоник с аминокислотами, обновляющий, ночной. Перед сном вы просто протираете, плюс к нему крем. Я взяла сейчас один самостоятельно тоник, просто он очень хорошо очищает кожу, обновляет ее, отшелушивающие вот эти, отшелушивает омертвевшие клеточки. То есть, ну, крутой, конечно, он у нас и дорогой. Он что-то 599 рублей, что ли, по каталогу стоит. Когда обычные у нас тоники, они там 299, 199 рублей стоят. Поэтому тоже обратите внимание. А это у меня кислородный активатор, его можно наносить как самостоятельно, а можно наносить под любой крем. Он, как сказать-то, увеличивает эффективность любого крема. Но опять же говорю про кислородную косметику компании Faberlic, потому что с другими компаниями по совместимости не знаю, как он будет работать, срабатывать. Вот это у меня крем уход для интимных зон, тоже новенький, начала пользоваться. Вот такой спрей вуаль в предыдущем обзоре у меня про него был очень вкусненький. Дальше дезодоранты, вот такие, которые очень эффективны. Стоимость у них всего 89 рублей. Ну, я не так часто им пользуюсь, очень-очень редко, там, может, раз в месяц, не знаю. А муж каждый день пользуется, у него свои есть, то есть ему нравится эффект, то есть никакого пота, ни запаха, ничего не будет. Вечером нанесли, утром на работу, то есть без проблем.
Вот поэтому просто рекомендую, если кому-то, у кого-то проблемка есть. Так, BioGlow, это у нас с витамином С, обогащенная линейка, тоже у кого пигментация и просто хочет витаминизировать кожу. Такой есть желе мусс, ночная маска, которую не нужно смывать. Витаминов куча в этой маске. Пользуюсь. Это у меня шаг С пептид с SPF8. Тоже целая серия АБЦ с анокислотами. У меня есть пилинг, потом микродермабразие, то есть очищаем. И вот шаг С. Его можно, кстати, просто как самостоятельный крем пользоваться, как дневной, как ночной. Он очень хорошо с какими-то проблемами на коже работает. И вообще восстанавливает очень хорошо саму кожу. То есть вот после как раз вот химического пилинга не надо, говорю, ходить в салон красоты, когда у нас есть все. Причем очищение с анокислотами у нас программа стоит там, ну, 1500, наверное, так хватит вам на целый год. А вот что у меня еще тут есть. Крем для век. Гардерика, обожаю эту серию просто. Вообще, почему я в нее влюбилась? Я вся в веснушках, плюс еще пигментация после родов. Она очень хорошо осветляет. Плюс, ну, вообще сама серия крутая на основе стволовых клеток. Вот, она тоже без парабенов идет, поэтому обратите на нее внимание. Ее можно использовать 30+. А дальше кушон. Ну, я им очень редко пользуюсь. Я его взяла еще, когда линейка только у нас ICO появилась. Открою. Вот так она внутри выглядит. То есть спонжик отдельно. Вот, и внутри вот такая губочка, пропитанная тональным средством. Очень удобно, закрывается. Ну, я говорю, что редко им пользуюсь, так как с этим ковидом мы очень редко куда-то выходим. Так, дальше что у меня? Вот этот консилер с 30 SPF защиты. Его можно использовать как тональный крем. Я его тоже получила позавчера. Сегодня попробовала нанести. Вообще круто маскирует, конечно, матирует. Очень классно, несмотря на то, что у меня комбинированная кожа. Вот, эффект обалденный, правда. Скрывает недостатки на коже очень хорошо. Дальше у меня есть вот такой карандаш помады, но помады я последнее время вообще не пользуюсь, поэтому у меня есть помады, которые просто так лежат. Вот серия Океаниум для кожи вокруг глаз, но почему-то он мне, я почему-то им не пользуюсь, не знаю почему. Серия вообще шикарная на самом деле. У меня есть и патчи вокруг глаз, кстати, вот сейчас после 26 октября, кто делал два каталога подряд заказа 1000 рублей, можно 70% скидкой патчи купить всего за 510 рублей, имейте в виду. Вот почему-то этот крем, ну, он у меня как бы наполовину уже использованный, но как-то он мне почему-то не зашел для моей кожи. Вот, еще из этой же серии Океаниум у меня есть сияющая эмульсия для тела. Она увлажняет, она очень хорошо питает кожу. Ну, вот такая, сейчас покажу вам. А вот, она вот так сияет на коже, очень хорошо питает. Вот здесь спрей хватит надолго, если честно, потому что очень экономно наносится. То есть два пшика и на ножки. Объем, не помню, 200 что ли миллилитров тут. Ну, такая большая упаковка. Вот, летом не успела использовать, так как в конце лета купила. Вот сейчас пользуюсь. Вот, все равно дома сидим с этим ковидом. Вот, потом из серии BioGlow есть такие жидкие патчи. Тоже взяла, когда новинки появились. Он, получается, как он работает, сейчас вам скажу, бам-бам-бам-бам-бам-бам, жидкие, забудьте о морщинках. То есть, короче, наносите его на лоб, если у вас там есть морщинки вокруг глаз, и носогубные тоже морщинки, если есть. Ну, честно, он, получается, расслабляет мышцу, и благодаря этому я так поняла, что не сильно видно потом вот эти морщинки. Ну, в общем, как-то я не поняла. Если честно, вот, если не поняла, я так вам и говорю. Вот крем дневной вот из этой же серии с витамином С офигенный, вообще мне нравится. Ну и вот эта маска тоже, которая желейная, она мне пошла, очень классная. А вот то, что мне не зашло, я так и говорю. CC крем просто рекомендую вообще всем, потому что он подстраивается абсолютно под любой тон вашей кожи. Плюс здесь есть SPF 15 защита, а вы знаете, что защита нужна от солнца круглый год, не только летом.
Причем, когда снег, еще больше защиту нужно наносить, потому что отсвечивает. Вот здесь тоже парабенов нет. Это вообще серия корейская разработка у нас совместно с Фаберлик. Линейка вообще мега крутая. И гидрофильное масло, и пенка у меня есть, и вот кушон тоже из этой же серии. То есть я ее просто люблю. Это у меня, кстати, второй, однако тюбик заканчивается уже. Вот, а дальше у меня есть вот такие все. Третьи у меня просто в косметичке, еще косметичка есть отдельно. Это у нас корректоры обалденные вообще. Вот этот номер один розовенький, его можно носить под глазками в уголки, да, получается, скрывают, допустим, мешки, если есть под глазками, допустим, синева, например, да, вот, или можно для сияния всей кожи наносить полностью на все лицо. А двоечка это пигментацию скрывает, вот мне хорошо очень помогает, то есть она, наносите ее вначале плотненько, а потом подождете несколько минут, потом растушевываете, чуть-чуть подождите несколько секунд и наносите тональный крем. Эффект классный вообще, маскирует вообще шикарно просто. Потом что еще, у меня здесь есть вот такой карандаш. Так, я вам сейчас скажу, 43084, обратите на него внимание. Он выкручивается, его точить не надо. Я его наношу на всю поверхность губ. Так, куда-то не туда кручу, да? Вам показать. Так, что-то у меня не выкручивается, ладно. Вот, я его наношу на всю часть губ. Он не сушит губы, он хорошо увлажняет, он подходит вообще абсолютно. Я его даже наношу, оставляю, то есть такой матовый эффект, увлажненный губ получается и модный такой оттенок. Фокусируется, нет. Вот, очень-очень нравится. Это секрет стори у нас. Можно просто по линиям губ и потом нанести какой-нибудь блеск. Вот гибридное масло, про которое я говорила, да, в обзоре предыдущем. Вот его можно, тогда будет вообще мега крутой эффект. Что-то у меня фокусироваться перестало. Это у меня Renovage сыворотка на основе 4 пептидов. Вообще крутая сыворотка просто. Я наношу несколько капелек на ладошку и потом на лицо прямо в таким вбивающим эффектом и под глазками, и на шею, и на лицо. В общем, ее можно наносить под любую маску, под любой крем вообще ночной. Вот, эффект просто, конечно, обалденно. Она еще как такая, знаете, оздоравливающим эффектом. Ну, пептиды, сами знаете, что это вообще круто, конечно, для кожи. И возрастная категория здесь вообще стоит 50+, но это сыворотка, это не крема какие-то. Ее можно смело после 30 добавлять в свой рацион ухода за вашей кожей, поэтому не бойтесь. Это у меня сыворотка питательная для всех волос, для всех типов. Ее тоже несколько капель наношу на ладошку после того, как голову волосы помыла. И потом на влажные волосы распределяю по основной части волос. Здесь тоже три масла в составе. Они хорошо разглаживают волосы, оздоравливают. Ну, дают блеск, вот такое сияние. Вот. А что еще у меня? Вот такие спонжики, кстати, классные у нас есть. Сейчас в наборе 3 штуки, 129 рублей они стоят. Очень хорошо, удобно они вот так, как типа водоросли, да, в водичке они размягчаются, вот такими становятся. Вот она сейчас грубая, а вот когда под воду ее подержишь, например, она мягонькая становится. И хорошо, классно снимать маски вообще, даже умываться. Вот такой спрей «Скорая помощь» для кожи, вообще особенно в сухой период. Вот сейчас зиму вообще просто необходимо, можно наносить на макияж даже. Ну, это мужу здесь косметика небольшая. Вот такой бальзам после бритья. Тоже говорила про дезодорант. Это он пользуется. Дальше залюбили мы вот этот тоник против черных точек с тасманским перцем и с цинком. Вообще он очень хорошо воспаление снимает. Эту серию можно после 12 лет смело использовать. Мы взяли вот гель для умывания и вот этот тоник на пробу. Видите, мы уже вдвоем почти за 1,5 недели все использовали. Вот. Так, что еще у меня тут есть, чтобы вам рассказать? Тоже такая точилка, тоже компания Фаберлик. В общем, то, что у меня здесь было из разбора, я вам все рассказала. Остальное чуть позже. Если есть вопросы, задавайте. Вот, кстати, вот такой карандашик для бровей. Вот, вместе с щеточкой. 99 рублей всего. Всем пока-пока.